здесь очень жарко. Сейчас 8 часов вечера, и мы купаемся на море. Загорать особо мы не любим, но купаться и наслаждаться теплой водой очень любим. И вот мы всей семьей здесь. Вот, представляете, уже почти 9 вечера, а мы все еще на море торчим. Уже сумерки и луна показалась. Не знаю, видно вам или нет на небе. Там луна есть. И мы еще торчим тут, потому что домой не хочется. Дома очень жарко. А здесь так классно. Мы сегодня опять в ресторане, и мы кушаем вот брускетта здесь у нас есть. Было много разных соусов, овощи на гриле и салатик, инсалата миста. И самое главное? И самое главное, пикантный соус из перчиков пепперончини. Очень пикантный. Мама, давай. Да скажи, какой нам принесли. We take big. Last time we take. Last time we take big. Давай, мама, расскажи, так что. Ты нажал кнопку. Да, ты уже давно идет запись. Да, я сказала, нет. Посмотрите, какой бифштекс нам принесли. И это маленький. Это еще. Маленький называется. Yeah, пикколо. Это маленький. И вот сюда приносят камень, и кому мяско не дожарено, они дожаривают свои кусочки и доводят до такой степени, которая им нравится. Ресторанчик. И здесь шеф сам подает, сам готовит. Он сам и хозяин этого ресторана.